спасение этого замечательного места. Она очень уникальная с точки зрения именно ландшафта. Она очень мелкая, там реликтовый лес, куда прилетают лебеди каждый год. Там очень красиво, все, что нужно для счастья. Я думаю, что, конечно, не все так просто, но однозначно такой большой отклик это получило, и ну, это очень приятно, что многие люди поддерживают, и практически все, да, понимают, что надо сохранять природу, сохранять экологию.